Приветствую вас на канале «Обучение и саморазвитие». Сегодня мы поднимем очень важную и актуальную для большинства тему – как правильно пить воду, чтобы похудеть. Ведь множество людей со всего мира страдает от избыточного веса, с которым, вероятно, не так легко бороться. А вот и нет. С ним можно легко, эффективно, а главное, очень дешево справиться. Вода важна для организма. А вы знали, что если правильно пить воду, то можно похудеть? На практике вполне можно, причем чаще всего куда более эффективно, чем с помощью дорогостоящих таблеток. Ведь именно вода – один из важнейших элементов, необходимых для функционирования человеческого организма. Мы ведь на 80% состоим из воды, она наполняет нас очень важными микроэлементами. Доставляет в клетки организма много питательных веществ, а также транспортирует кислород. Как известно, дефицит воды в организме замедляет метаболизм, а это приводит к старению организма, увяданию кожи, ухудшению роста волос, ногтей, к сгущению крови, что может нести за собой даже летальный исход. Недостаток воды провоцирует организм к ее экономии. Вода задерживается в межклеточном пространстве и выливается потом в отечность организма и набору лишнего веса. Вода – прекрасный растворитель. С помощью ее можно очищать кровь и кишечник от пагубных накопившихся токсинов и продуктов распада. А еще, как оказывается, вода помогает похудеть. Как необходимо пить воду, чтобы похудеть? Все мировые диетологи склоняются к тому, что человек должен выпивать около 3 литров чистой питьевой воды на протяжении дня. Вы заметили, что к лету всегда легче сбросить вес? А почему? Да потому что летом повышается водный баланс в организме. Мало того, что мы очень часто употребляем воду, так дополнительная жидкость еще и находится в свежих овощах и фруктах. Диетологи также считают, что большинство людей не умеет отличать жажду от чувства голода, и дефицит воды в организме превращается в бесконтрольное заедание некого неудовлетворенного чувства. Ведь организму тяжело сигнализировать, что ему конкретно нужно для здоровья и соблюдения красивой фигуры, что естественным образом приведет к набору веса. Также известно, что человек без воды может прожить всего 3 дня, а вот без пищи около 2 недель. Какую необходимо воду пить? Пить нужно в идеале фильтрованную проточную воду. Не кофе, так как оно выводит с организма и вымывает кальций. Можно пить зеленый чай без сахара, но он слегка мочегонен. Можно также пить отвары трав, настои, а можно пить воду и худеть. Не стоит заменять воду молоком, газировками, соком. Они способствуют набору веса. Также желательно исключить алкоголь. Какие же проблемы решает вода? Суть водного похудения заключается в том, чтобы напоить организм чистой питьевой водой. Естественно, при употреблении воды уменьшается количество выпитых чая, кофе, газировок, которые очень пагубно влияют на организм. Вода снижает ощущение голода тем, что наполняет желудок. Насыщение во время приема пищи наступает гораздо быстрее, что позволит не переедать. Теперь разберемся, как быстро похудеть с помощью воды. Воду можно пить как в чистом виде, так и разбавлять в небольших количествах фруктовыми соками. Например, в стакан воды можно выдавить немного сока лимона. Вода станет вкуснее, и организму будет хотеться ее выпить. Все просто, если знать, как пить воду, чтобы похудеть. Употребление нужного количества воды также помогает уберечь организм от заболеваний сердечно-сосудистой системы, мочевыводящей системы, от камней в почках и желчном пузыре. Также, если выпивать большое количество воды, можно избавиться от сонливости, отечности, отдышки. При недостатке воды может ухудшиться слух, зрение, поэтому постоянно организм необходимо наполнять водой. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Если хочешь похудеть. Если не пить воду, то в организме повышается уровень сахара в крови. Многие проблемы с пищеварением можно также решить с помощью воды. Как же быстро похудеть с помощью воды? Известный украинский диетолог Светлана Фус провела эксперимент, в котором участвовали 3 женщины с лишним весом. Перед экспериментом они прошли процедуру взвешивания. Диетолог рассказала, как правильно пить воду, чтобы похудеть. Всем трем нужно было пить воду, только с разными условиями.
Первая женщина должна была пить утром натощак 2 стакана воды. Залпом всю воду, конечно, пить не нужно. Можно было выпить сразу стакан, а потом через время еще один. Суть метода в том, что вода улучшает метаболизм и способствует похудению. То есть после выпитой воды очень хорошо усваивается пища, так как вода способствует ускорению и улучшению пищеварения. Вторая женщина – сладкоежка. Диетолог предложила ей поедание сладкой пищи заменить водой. Но не полностью, конечно, а частично. Этот метод основан опять же таки на повышении метаболизма с помощью воды, а также на уменьшении порций. То есть, если выпить стакан воды перед употреблением пищи, то съесть ее получится намного меньше. Третья женщина заедала стресс. Ей опять же предложили пить воду, когда она начинает нервничать. Суть метода сама собой понятна. То есть нужно обмануть организм, предложив ему воду вместо еды. Женщина даже и подумать не могла, как быстро и эффективно можно похудеть с помощью воды. На протяжении 2 недель женщины использовали рекомендации диетолога. Как оказалось, совершенно несложно их выполнять. Воду ведь пить очень легко, поэтому организм к питью привыкает очень быстро. По истечению срока эксперимента этим женщинам предложили повторно взвеситься. И удивительно! Вес всех троих уменьшился на 3 килограмма. Вы можете себе представить? 3 килограмма за каких-то 2 недели. Удивительный результат. Никто и подумать не мог, что всего-то нужно было знать, как пить воду, чтобы похудеть. Это ведь только начало оздоровления организма. То есть, если приучить свой организм к регулярному питью необходимого количества воды, то можно практически навсегда лишиться проблем с лишним весом, да и бонусом еще немало устаревших проблем со здоровьем. Женщины, которые прошли эксперимент, не могли нарадоваться результату. Также они отметили улучшение самочувствия, прилив энергии и бодрости, улучшение метаболизма. Им стало легче просыпаться по утрам, справляться со стрессом, улучшилось настроение, прошла сонливость. То есть огромное количество плюсов помимо похудения. Ведь всем известно, как трудно порой бывает бороться с лишними килограммами. Этот эксперимент абсолютно бесплатен. Методы, которыми пользуются для похудения, как известно, очень дорогостоящие, как и консультации диетологов. А для тех, кто не хочет переплачивать, идеально подойдет данный вариант. Собственно, теперь вы знаете простой способ, как быстро похудеть с помощью воды. Это ведь так просто. Вы также можете использовать в своих диетах программы напоминания о питье воды и пожелание купить аппараты для измерения уровня воды в организме. Это хорошо стимулирует и не даст забыть о водной диете. Итак, дорогие мои, желаю всем быть здоровыми, красивыми и стройными. Всем желаю подружиться с водой. Всего вам доброго, до свидания. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни.
жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!